Президент республики осмотрел Кеховский оросительный канал, участок которого находится в аварийном состоянии. Бетонная конструкция повреждена, вода частично утекает из сооружения. Между тем, вода для орошения через этот канал поступает в села Цхимвальского и Знаурского районов. Они не могут полноценно заниматься сельскохозяйственными работами, выращивать урожай. Президент поручил вице-премьеру, министру экономического развития Геннадию Бекоеву устранить проблему в кратчайшие сроки. На месте обсудили варианты решения проблемы. Наиболее рациональным было признано решение демонтировать и построить участок длиной в 60 метров заново. Лев Аронович, лично берете на контроль. Как только будет подготовлена вся база, приглашайте меня и показывайте. Значит, май месяц, вот за май месяц вы все это должны очистить. Вода из канала используется и для полива яблоневых садов компании «Южный сад» и ореховых садов компании «Аланта Бендур». Общая протяженность оросительного канала – 26 километров. Стелла Бязрова, Регина Черткоева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.